Для Дмитрия Павленко, который без рук и ног делает мировые рекорды, погружаясь в штурм глубины. Но для моего друга Николая Щетинина, который с ДЦП с детства, и многих-многих, которые с ограниченными возможностями. Я сам тоже лично после шейных проблем, операции, падения на гололеде с тяжелым заболеванием, миелопатией там, и так далее. Для всех нас, которые с ограниченными возможностями, которые пользуются этим методом давно и показывают свои рекорды, и пишут книги, и пишут произведения, рисуют, танцуют так, как не может никто. Так я хочу это вам всем подарить. И подарить тем, кто без всяких этих проблем физических, для каждого, который еще больше сможет, применяя этот метод ключ, пользоваться для решения всех своих жизненных вопросов.